с вами магазин «Автоток», и сегодня предоставляем вашему вниманию автомагнитолу для Nissan Tiida 2011-2014 года выпуска. Как вы видите, магнитола исполнена в черном тоне, качественный пластик, операционная система Windows SE 6.0. Здесь у нас левый тумблер регулирует громкость, правый переключает частоты. Есть далее кнопка DVD. Переключение на радио, поиск вашей любимой волны, отключение звука, переключение на навигацию, которая не загружена, и вытаскивание диска. В этом меню у нас есть, собственно, само радио, DVD, упомянутая навигация. Доступна загрузка приложения через USB, microSD-карту, чьи слоты находятся в нижней левой части, через Bluetooth. Во второй части экрана есть TV-тюнер, который также пока не подключен. Настройки. В разделе «Инструменты» есть несколько игр, также калькулятор и календарь. Возможность выбора любой заставки, которая вам понравится и которую вы можете загрузить. Ну и здесь также время, календарь и калькулятор. В комплект у нас входит уже встроенный USB-провод, кабели питания, которые подключены сзади, GPS-антенна, кабель для старых моделей айфонов 4, 4S включительно, пульт дистанционного управления, инструкция и еще один USB-провод и нижняя рамка, которая крепится вот сюда. Небольшой стилус и болты для крепления. Ну, покупайте в магазине Автоток. Покупайте в магазине автоток.com и автоток.net. Всего хорошего. Всем пока.